Светлана Геннадьевна – железнодорожница с большим стажем работы. Вся ее семья отдала не один десяток лет железной дороге. Сегодня Светлана Геннадьевна уверена, что решение выбрать эту профессию – самое верное в ее жизни. Ну, я пришла в ДПО в 1982 году в техотдел. Как сейчас работаю? Только я сейчас работаю начальником технического отдела. Железнодорожник звучит гордо. Люди, работающие на железной дороге, несут большую ответственность, начиная от укладчика шпал и заканчивая диспетчером, отвечающим за перевозки. Накануне профессионального праздника глава региона встретился за круглым столом с золотым составом работников предприятия. Благодарственные письма и грамоты получили с десяток человек, а знаком губернатора Ульяновской области за трудовую доблесть были награждены 5 лучших сотрудников Куйбышевской железной дороги. Вряд ли вы можете представить город Ульяновск без железной дороги. И поэтому, конечно, хочу от себя лично еще раз присоединиться к коллегам, которые, наверное, здесь говорили уже добрые слова, поздравления. Поздравить вас с замечательным наступающим праздником. Думаю, что у нас еще будет уникальная возможность встретиться. Железная дорога была и остается самым надежным, безопасным и точным видом транспорта. Сегодня внедрение новых локомотивов даст не только экономический эффект, но и позволит увеличить скорость движения и оптимизировать технологию работы. В текущем году парк «Локомотивное депо Ульяновск» пополнился 19 новыми тепловозами серии «Пересвет». В ближайшее время ожидается поставка еще одного локомотива. Данная серия тепловозов обеспечит увеличение веса грузовых составов в среднем на 20% по сравнению с использующимися. Большая часть грузов, которые производятся нашими промышленными предприятиями, переводится именно железнодорожным транспортом. Ежегодно больше миллиона человек пользуются железнодорожным транспортом в качестве транспортного сообщения, поэтому здесь переоценить роль железной дороги нельзя. Напомним, день железнодорожника традиционно отмечают в первое воскресенье августа. В Ульяновске центральной площадкой праздника станет Виновская роща. На территории парка целый день будут проходить спортивные и развлекательные мероприятия для жителей и гостей города. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улправды ТВ.